По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Ауди» при повороте с Советского проспекта на улицу Гайдара не предоставил преимущества проезда мотоциклу, который направлялся на выезд из города. В результате столкновения транспортных средств супруга автомобилиста 48 лет, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте происшествия. Смертельные травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель мотоцикла «Сузуки» 25 лет. Его попутчица госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции. Оперативно изъятые запись с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля Audi не выполнил правила очередности проезда перекрестка. Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии, в том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-летним стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.